Добрый день, с вами интернет-радио «Мамино счастье», рубрика «Мамино лайф», мы в прямом эфире, и сейчас у нас будет рубрика про красоту. У нас сегодня очень красивая, обаятельная, очаровательная гостья Анна Смолина. Анна, добрый день. Давайте, наверное, вы сами представитесь, кем являетесь, да, и в какой деятельности, чем занимаетесь. Спасибо, Анастасия, добрый день. Я стилист-парикмахер. Мое любимое занятие – это создание образа от покраски волос до лечения и окончательного образа, то есть вечерний образ, романтический образ, образ для свадьбы. На каждый день укладку могу оформить. Здорово. Но вообще у нас заявлена тема, да, такую интересную мы придумали. Если шеф не против, то Анна Смолина может сделать все. Немножечко раскроем, да, эту тему, почему все и почему шеф не против, кто такой шеф? Дело в том, что мы живем в мегаполисе, и для нас часто, для нас, девушек, вопрос красоты чувствуется очень остро. Мы не всегда успеваем к мастерам, которых хотели бы посетить, и тем самым я могу помочь, если ваш руководитель, шеф. Иногда шефом у нас является муж, не против, вы можете пригласить меня, и я сделаю красоту на вашей голове. Отлично. Девочки, интересна такая услуга? Да, интересно. Да? Катя, ты бы воспользовалась? Она популярна вообще в нашем городе? Вообще, да. То есть зачастую это офисные милые дамы, которые не успевают, а в обед могут себе позволить уделить время себе и своей красоте. Мамы, которые сидят в декрете, малыш рядом, уехать куда-то это проблематично, вот, да. А пригласить мастера домой — это достаточно демократичный вариант. А можно задать такой вопрос? Были какие-то интересные случаи? Вот как раз-таки, не знаю, муж не знал или там, директор не в курсе? Не в курсе? Застукали на месте, да? Застукали на месте примерно, да. Последний раз, когда я выполняла кератин, кератин сопровождается дымовой завесой, у нас работала сигнализация, мы очень ждали вахтера, мы работали на 22-м этаже. Шеф — это вахтер в тот момент, да, был? Да, но, к сожалению, все прошло. Главное, что пожарные не было. Да-да-да, мы очень обрадовались, что все прошло успешно, и нашу красоту не ощутили жильцы дома. А так, представляете, все бы еще и оценили. Да, это была бы такая гигантская реклама, все бы еще фотографировали и снимали. Вот, Аня, получается, у тебя такой подход, что, во-первых, ты можешь сделать услуги на выезде, да? Вот, и я так понимаю, что твой принцип — это комплексный подход к волосам, да? То есть начиная с чего можно? Стрижка — это ведь не единственное, да, что может сделать мастер. Комплекс в чем заключается? Ко мне можно обратиться, начиная от стрижек, заканчивая укладками, то есть стрижка мужская, женская, детская, окрашивание волос, чем мы любим заниматься, девушки современные, мы меняем свой цвет волос гораздо чаще, чем многие вещи. Да. И, как правило, мы живем в мегаполисе, на наши волосы оказывают негативное влияние посторонних факторов, такие как печное отопление, загазованность, жесткая вода, то есть это уходовые процедуры, ботокс, кератин. И, конечно же, мы все ходим на праздники, юбилеи, вечера, хотим выглядеть на высшем уровне, соответственно, укладку сделать быстро и качественно поможет только мастер. Девочки, я вам признаюсь, я недавно сделала ботокс. Вот с этим как раз вопросом я обращаюсь несколько дней уже к разным моим подругам. Все сразу же начинают меня обсматривать со всех сторон, да, потом я так своими волосами гордо взмахиваю, и я говорю, что на волосах. В чем вот я не буду как бы на своем примитивном уровне, да, объяснять. Аня, расскажи, пожалуйста, что такое за процедура ботокс, потому что, ну вот, смотрите на меня. Я не знаю, что такое ботокс на волосах. Ботокс волос — это в первую очередь лечение.
То есть ботокс проникает в саму структуру волоса, пролечивает ее внутри, выравнивает поверхность, закрывает кутикулу, запечатывает концы. За счет этого волосы становятся ровными, блестящими, приобретают силу и здоровье. Благодаря этой процедуре мы защищаем волосы от негативных воздействий, которые я перечислила до этого, и ускоряем рост волос, потому что кончики волос запечатываются, волосы становятся более быстрорастущими. Есть какие-то ведь рекомендации, да, вот при этой процедуре, я помню, ты мне рассказывала, до и после, какие вот особенности, когда делаешь ботокс? Ботокс волос для блондинок рекомендован через 2 недели после окрашивания за счет того, что он выравнивает структуру волоса, и волос становится на 1-2 тона светлее. Для брюнеток, соответственно, чтобы не потерять желаемый цвет, лучше ботокс сделать до окрашивания, за 2 недели также. После процедуры 6 часов всего прошу не забирать волосы, ничего, никаким механическим воздействием их не подвергать. Со второго дня можно делать все, что угодно, как обычно вы пользуетесь, то есть мытье, укладка и так далее и тому подобное. Единственное, что рекомендация, если вы хотите сохранить эффект, продлить его, то это мытье бисульфатными средствами по уходу за волосами. Ботокс фирмы, которые я делаю, это Инуар, бразильская фирма премиум класса, сохраняется он до 3 месяцев. То есть радовать он вас будет очень долго. Скажи, пожалуйста, Аня, вот Настя воспользовалась твоей услугой. Она как-то узнала об этой услуге. Вот как можно узнать, какие услуги предоставляешь ты? Как можно на тебя выйти, когда вот я ищу какого-то мастера? Ага, Я хочу... Интерес появился. Да, я хочу вот сделать ботокс, предположим. Неважно, любую процедуру, которую, предположим, предоставляешь ты. Я начинаю забивать в интернете. Вот как я тебя смогу найти? Зовут меня Анна Смолина. Моя страничка есть ВКонтакте, в Инстаграм, где я выкладываю свои работы. Найти меня Анна, Смолина, Пермь. А, хорошо, Анна, скажи вот еще, есть ли у тебя на твоих страничках какой-то прайс? Как-то можно вот изначально узнать, какие услуги ты предоставляешь и сколько они стоят? Да, ты же говорила о том, что у тебя достаточно гибкая ценовая политика, да? Да, прайс на странице у меня есть, политика гибкая, потому что я своих клиентов очень люблю, я люблю делать им скидки. А есть постоянные клиенты? Безусловно, и это а уже есть даже клиенты не оптом? Оптом? Ну, конечно. Вот, предположим, вот пригласили, состоится большое мероприятие. Вечеринка. Всем женщинам нужно сделать укладки хотя бы, как минимум. Корпоратив, да, ты имеешь в виду? Предположим, корпоративы, свадьбы, неважно. Шеф-редактор подсказывает мрачное мероприятие, но мы не будем его освещать, да. Да, и такая услуга у меня есть. Тем более, что выезд, если меня ждет 2 красотки или больше, у меня бесплатный. То есть, получается, достаточно выгодно. Собрались 2 подружки, да, и захотели красоту навести. Соберемся. Собираемся, да. А если, например, прийти на дому, да, оказываешь ты услугу? И на дому, и в офисе, и не только в офисе, в фотостудии, и во всех местах, где вы сможете присесть на стул, я могу с вашими волосами сделать все. Аня, скажи, пожалуйста, за какое минимальное время ты сможешь сделать укладку? Да, вот у нас бывают пожары. Мне надо срочно, вот сейчас, вот прям вот. А в записи за месяц вперед. Скорости у меня приличные, то есть у меня есть клиентка, которая организовывает для своих выпускниц фотосессию. За 2,5 часа я собираю 15 моделей. За 2,5 часа 15 моделей. Все отпало, да, вопросы отпали. И я знаю, что ты делаешь детские стрижки или укладки, да? Это сейчас популярно? Да, для мальчиков это интересные хохолки на голове, стрижечки, а для девочки у нас очень рано взрослеют и хотят выглядеть великолепно на выпускных из садика, на выпускных из школы, вечера школьные, детские прически, это безумно интересно, и я люблю. У меня у самой 3 племянницы и сын.
Окрашивание, да, сейчас тоже детское очень модно. Это безопасная тема или нет? Для детского окрашивания есть несколько вариантов. То есть это возможны мелки, туши для волос, которые держатся пару дней и не вредят детскому волосу. Не вредят, отлично. Девочки, получили, подчерпнули информацию новую. Конечно, мы теперь знаем, куда бежать. Знаем, куда бежать. Ботокс для волос. Да. У нас в нашей группе интернет-радио «Мамино счастье» мы укажем все твои координаты, поэтому, девочки, если у вас есть такая потребность, особенно молодые мамы, кто не может выехать непосредственно к самой Ане, она приедет к вам, если шеф не против. Спасибо. Ана, большое спасибо. Девочки, будьте всегда красивы и счастливы. До свидания. До свидания.